Неужели... Повышение уровня 6 до 9 по Туринской шкале. Меня вдруг вызывает ассоциация. Я выйду ненадолго. Ага. Может, уволят тебя уже. О, так это ты, Генос. Меня зовут Банк, будем знакомы. И почему же? Может, слишком далеко, а может быть, заняты другими делами. Метеорит? Он внезапно сменил орбиту. Судя по всему, нашему городу конец. Поднимается паника. А что будешь делать ты? Не тыкай мне. Объявляется экстренная эвакуация. Уровень опасности драконий. Столько людей уже отбросило мысли о выживании. Под угрозой не только город Зет. И это же 7-й в С-классе. Использует мощное оружие для уничтожения врага и всего вокруг. Я не умру. Что? Ты разговариваешь с дистанционно управляемым роботом. Ладно. Ракетный залп! Значит, подобной мощи недостаточно? Вижу твой дух в смятении. Ты слишком молод, чтобы бояться провалов. Точно. Я больше не буду думать о провале или случайных жертвах. Просто вложу все силы в удар. Нет, я вижу, метеорит отбрасывает назад. Правда? Я тот, кто совершает подвиги. Не хрен падать! На мой город! Не верится! Вот только... рушится. Да вообще проще простого. Если бы ассоциация героев позвала на помощь не меня, а вас. И правда. Удар учителя свел на нет всю инерцию метеорита. Вы даже не подозреваете, что есть и те, кто пытается повесить на вас разрушение города Z. А вы, учитель, разом перескочили с 342 места на 5-е в С-классе. Пятое? Кстати, они вечно объявляют уровень опасности. Типа демонический или тигриный. В них есть хоть какой-то смысл? Кто будет сражаться, если герой сбежит? Эй, ты чего? Неплохо тут все порушило. Эй! Хренов мухлёжник! Очевидно же, поднялся на жульничестве! Чё вам надо, а? Так это ты! Тот, кто разрушил город! Торжествуешь, думая, что спас людей? Вот и шляешься тут ни стыда, ни совести! Посмотри на город! Все разрушения тут твоя вина! Точно! Да-да! Ты даже не думал понести ответственность за свои действия! Вот именно! Уходи! 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 Придурок! Правда, что герой С-класса разрушил город? Несомненно, именно ты спас этот город. И вот как он тебе отплатил. Эй! Он сделал странное движение! Чё? Ты чё несёшь? Неужели ты хочешь выплеснуть своё разочарование на собравшихся? Кажется, в них взыграла жадность. Вот почему выше Б-класса им не подняться. Чёрт! Больно! Сдаюсь! Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь! Это я разнёс метеорит! Есть жалобы, я выслушаю! Говорите!
Я геройством занимаюсь не ради вашего обожания, а просто потому, что мне хочется! Хотите ненавидеть меня? Да пожалуйста, плешивые! Учитель. Я не встречал человека, превосходящего вас, учитель Сайтама. Чего это ты вдруг? Я буду следовать за вами. Да, в общем-то, не надо. Я так долго ждал всего момента, людишки! Чего? Что значит возвращаться? Сам меня сюда притащил, рассказав про странное чудище. Странное? Единственный способ — это метеорит. Правда, что ли? Ну так и поступим. Поспал бы еще 300 миллионов лет. Говорил, интересное что-то покажешь. Мы пришли сюда. А ты что, рекламу устроил? Меня это не интересует. Генос, давай ты. Насмехайтесь над кулаком текущей воды, крушащим камень? Я, лучший ученик Чаранка, вступаю в... Он силен? Как его зовут? Гаро. Прошу, направляйтесь в главный офис! Вы ведь господин Генос, верно? Разбор касается всех героев С-класса, прошу и вас проследовать! Старик, ты тоже герой? Будем знакомы. Никаких рукопожатий. Я принимаю лишь сильных. Раздражаешь! Исчезни! Какая-то нахалка. Она заблудилась тут? Эй, вы чё? Вы меня игнорите? А можно мне чайку? Вводить в курс дела вас буду я. Меня зовут Ситч. Сразу же перейдем к делу. На сей раз мы просим вас защитить землю. Я разнесу это здание к чертям. Будто со своей убогой палкой ты это сможешь. Великая провидица, мадам Шибабава скончалась. Шибабава? Ее убили? Нет. Простите. Эй, вы! Кто такая мадам Шибабава? Герой? Здесь записано будущее, вероятность которого 100%. Она предсказала ряд катастроф в ближайшие полгода! Следующие полгода? То есть оно может случиться и завтра, и даже сегодня. Рад, что ты спросил. Невозможно! Еще остались выжившие? Думал, я не замечу подобной жажды крови. Город там мгновенно уничтожили! Кто знал, что пророчество сбудется настолько быстро? Учитель, мы выйдем! Учитель... Это они уничтожили город? Каждый его удар смертелен! Согласен с тобой. Я... Учитель! Не мешай! На планете есть форма жизни, способная сражаться? Отлично! Бей запавших парней. Понесу я! Напор темного ангела! Включить сигнал эвакуации по всему городу А, и в соседних тоже! Скорее! Четырех героев хватит для расправы над врагом внизу. Проблема вот в чем. Нам до него не дотянуться. Я ничего не могу сделать. Он слишком высоко. Атаковать его невозможно. Ладно, забей, сама разберусь! Подожди, я тоже пойду. Не знаю, сработает ли. Учитель проник на вражеский корабль. Пророчество там или что? Зла, способного одолеть учителя, не существует. Хвалю, вторженец! Далеко забрался! Тут тебе и конец!
А не пора ли боссу уже появиться?